Карбала из Испании. Один испанец здесь выступал просто блестяще. Это Рафаэль Мартинес, который выиграл серебро в абсолютном первенстве. И сегодня выиграл бронзу в вольных упражнениях. И вот еще один испанский. Вот пока Николай вам рассказывал о испанской истории, он столько перелетов наделал, этот молодой человек. Так что он тоже не случайно попал в финал на этом виде. И я думаю, тоже будет претендовать. Но вот так вот по вытяжке, вот тело как-то имеет все время в тазобедренном суставе некоторую складку такую, не абсолютно вытянутая. Но по трудностям, я думаю, он немало.